Курс повышения квалификации. Реализация образовательных программ с применением электронного обучения. На примере LMS Moodle версии 2.8.1. Уникальность сегодняшнего дня заключается в том, что, с одной стороны, накоплен колоссальный опыт практического применения электронного обучения в различных учебных заведениях и компаниях России и мира, а с другой, многие преподаватели и сотрудники этот опыт не готовы использовать. Этот опыт включает самые разнообразные аспекты электронного обучения, от нормативно-правовых до прикладных. Мы готовы этим опытом поделиться. При этом и начинающие, и опытные разработчики смогут освоить новые для себя технологии,